Dupstails. Что это у тебя, Хлоя? Это приворотное зелье. Когда Адриан его выпьет, он буквально упадет к моим ногам. Не думаю, что это сработает. Уже представляю. И почему я беспокоюсь? Ох, ну и урок. Голова раскалывается. Хорошо, что он закончился. Адрикинс! Это был такой долгий день! Ты, должно быть, хочешь пить? Ну, кажется, я и правда... Супер! У меня как раз есть для тебя вода! Спасибо, Хлоя. Ух уж эта девчонка! Неплохо. Я рада. Ну же, взгляни на меня. Упс, моя вина. А ну, слезь с меня! Ты в порядке? Маринет. А? Ты не ушиблась? Ты в порядке? То есть я в порядке? Хорошо. А как же я? Прости, Хлоя. Ох, Адриан. Я боюсь идти одна. Проводи меня. Хочешь, я провожу тебя домой? Да. Спасибо, что проводил меня, Адриан. Не благодари. До встречи, Маринет. Маринет? Маринет! Это было романтично, пацан. Да о чем ты плак? Она просто друг. И ничего кроме. О, нет! Кот? Что-то случилось? У меня есть подруга в школе. И кажется, я чувствую к ней нечто большее. Но я все еще люблю тебя, Леди Баг. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать? Ох, котик. Я не смогу тебе помочь. Ты должен разобраться в себе сам. Я боялся, что ты это скажешь. Что ж, уже поздно. Нам пора по домам. Кот. Спокойной ночи, моя леди. Стой! Я знаю, что должна быть рада за него. То, что ему нравится другая. Но я не рада. И не знаю, почему. Ну-ну. Может, ты просто начала остывать к Адриану? Так же, как и кот к тебе. Может быть. Стоп! Ты ошибаешься. Я не влюблена в кота. Ты в порядке? Я очень плохо спала прошлой ночью. Мне кажется, или вы, дети, сейчас вот это называете сталкерить?
Заткнись, Плаг! Это не моя вина, что ты шпионишь за своей подружкой. Это не то, чем кажется. Верно. Эй, а куда ушла Маринет? Домой. Она чувствовала себя неважно. Она больна? Полегче с выражениями, пацан. Интересно. Эдриан себя тоже не очень хорошо чувствует сегодня. Правда? Точнее, он не в себе целый день. Любопытно. А что именно тут любопытного? Да так, мелочи. Аля! Ох, ладно. Он выпил любовное зелье. Что? Ты же в курсе, что она влюблена в него? Знаю, именно поэтому все складывается идеально. Маринет влюблена в меня? Адриан? Блин. Святые круассаны! И как я умудрился выпить приворотное зелье? Может, у нее спросишь? Эй, вообще-то моей вины в этом нет. И что же мне делать? Тогда откуда ты? Хлоя, не парься, у меня с собой противоядие. Оно поможет вернуть все, как было. Но чтобы оно сработало, ты должен поцеловать Маринет. Оу, да ну. Ты спятила? Я не могу этого сделать. Почему? Да, чувак, почему? Потому что... Адриан, кто это? Я его жена. Понятно. А я думала, ты любишь меня. Но это была ложь! Постой, я все объясню! Значит, все это время ты любил другую? Я... все объясню? Я ухожу с детьми. Я забираю хомячка. Нет, не уходи! Не уходи! Не уходи! Дружище? Кажется, он бредит. Знаешь, что я думаю? Я думаю, ты трус. Ты боишься, что это не действие зелья, а настоящие чувства. Это не... Ты хочешь сказать, что никогда не думал про Маринет? Просто признай, что она тебе нравится. Я опаздываю на фотосессию. От судьбы не убежишь! Успокойся уже, Аля. Ты в порядке? Да, я просто устала. Ты все еще размышляешь о своих чувствах к коту? Что? Нет! Я и кот, какие глупости! Я хочу сказать, не спать ночами с мыслями о нем – это не про меня. Верно. Доброй ночи, Тики. Ух, черт. Тики, пятна! Огромное спасибо всем, кто ставит лайки под видео и делится им со своими друзьями. Продолжение комикса уже, кстати, есть на Ледиблоге. Ссылка в описании. Это канал Dubstales, меня зовут Артём, со мной озвучивает Алена. До встречи!